В числе новгородских квантарианцев прибыла новобранцы инженерной школы. Сегодня прошли обряд посвящения. На церемонии побывала Вероника Лебедева. Третьеклассник Саша Калиниченко впервые пришел на занятия по робототехнике. Молодой человек увлекается математикой и современными технологиями, но как создаются роботы, пока и понятия не имеет. Но уверен, что скоро эту тайну раскроет. Какого бы ты хотел робота создать? Такого робота, который может почти все. И читать, и разговаривать, и писать. Чем бы тебе помог робот? В каких делах? Под уроками. То, что мне как бы неудобно писать. Обычно рука устает, а роботы как бы не будут так сильно уставать. Сегодня здесь первый учебный день. Стартовали занятия по 6 направлениям. Так называемые IT, VR, хай-тек, робо, энерджи, геоквантумы. Названия для воспитанников сейчас не совсем понятные. Первый шаг – посвящение в квантарианцы. Чтобы получить это гордое звание, нужно пройти испытание. Найти и разгадать шифр, в котором спрятан пароль от ноутбука, ответить на вопросы кванториумного теста. Сегодня мы отмечаем открытие учебного сезона. Этот сезон характерен тем, что он второй. В прошлом году был первый сезон. И результатом первого сезона был выпуск около 210 квантарианцев. В этом году часть из них, 25%, перешло на углубленный модуль. Сейчас квантарианцев уже более 500. После посвящения все они разошлись по своим квантумам. Впереди много работы. Сначала вводный курс, затем теоретический. А после они займутся уже непосредственно проектной деятельностью. Кстати, этот набор в нынешнем учебном году не последний. В декабре здесь откроется еще и биоквантум. И появятся новые квантарианцы. Вероника Лебедева, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.